Казанский федеральный университет с визитом прибыла делегация собрания народных представителей провинции Аньхой КНР во главе с заместителем председателя постоянного комитета собрания госпожой Шэнь Сули. Визит делегации сопровождала заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Рима Ратникова. На федеральном уровне поставлена задача взаимодействия и развития взаимоотношений с Китайской Народной Республикой. Мы предполагаем, что это будет долгосрочное сотрудничество, что в том числе и в дальнейшем делегация парламентариев Татарстана побывает в провинции Аньхой. В рамках встречи делегация провинции Аньхой посетила музей истории КФУ. В планах у них также побывать в Санкт-Петербурге и Республике Беларусь. Анна Глазунова, Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.